28 августа в Волгограде прошел родительский день в реабилитационном центре «Время решений». «Мир в семью» – таков главный лозунг этого мероприятия. Наркомания и алкоголизм – это семейное заболевание, в ходе которого страдают не только сами зависимые, но и их созависимые родственники. Главной целью этого мероприятия было не просто вдохновить ребят на выздоровление, но и их родственников на посещение специальных групп для созависимых. Эти группы предоставляют исчерпывающую информацию о болезнях созависимости и созависимости, о процессе выздоровления и участии родственников в нем. Это мероприятие создано для семей, которые так или иначе столкнулись с проблемой зависимости. Мы хотим вдохновить и поддержать каждую семью и объединить усилия в этой нелегкой борьбе. Руководитель реабилитационного центра провел лекцию для родителей, в которой было много полезной и жизненно важной информации, после чего ответил на все вопросы родственников. Ребята, проходящие курс реабилитации, подготовили для родителей праздничный обед своими руками, после чего началась концертная программа. Театральные сценки, песни и стихи – все было направлено на то, чтобы выразить родителям свою благодарность за их любовь и заботу. На следующий день была организована экскурсия по памятным местам Волгограда. На протяжении всей экскурсии родители общались с детьми, и, быть может, впервые за долгие годы эти беседы были искренними и честными. Спасибо огромное организаторам этого мероприятия. Очень приятно было увидеть детей, их изменения воочию. И, видя это своими глазами, участвуя в этом мероприятии, действительно появляется более такая вот надежда, да, вера в то, что реально ты видишь когда своими глазами, как меняется твой ребенок. Информационное бюро «Спектр» специально для «Протестант ТВ» Волгоград.